Меня зовут Юлия Кривцова, я директор некоммерческой организации «Региональное агентство творческих инициатив». Я работаю в этой организации уже 14 лет. И последние 7 лет наша команда занимается развитием территории фабричного района Красный Перекоп и Ярославля. Этот район формировался на протяжении почти 300 лет вокруг старейшего промышленного предприятия России. Это фабрика «Красный Перекоп», которая прежде называлась «Ярославская большая мануфактура». Я не знаю, каким образом, но нам удалось договориться с руководством фабрики о том, что на один день мы открываем ворота действующего предприятия для всех желающих. Архитекторы делали инсталляции, открывалась фотовыставка, шли показы видеоарта. Фабричная площадь, она закрывалась танцевальным линолеумом, и там был спектакль с участием российских, французских актеров. Взяли в аренду вместе с нашими партнерами бывший хлопковый склад мануфактуры и за 7 лет превратили заброшенный двор, этот склад, в культурный центр с регулярными событиями, городскими выходными. Даже этот формат, он как-то вот сам родился на этой площади. И у нас родилась следующая идея. Мы год назад открыли музей-фабрику прямо уже на действующем предприятии. В бывшем зале паровых машин открылась музейная экспозиция. Конечно, у нас на протяжении всего этого периода времени работали волонтеры, стажеры и из педагогического университета, из Демидовского университета. Были историки, были филологи, культурологи, были студенты ИНЯЗа. Очень разные люди. И с экономического факультета. Они приходили к нам, говоря о том, что наши проекты позволяют им как бы вот быть в контакте с городом. То есть, когда мы находимся в университете, даже если мы занимаемся какой-то темой, связанной с городом, то все равно все как-то в очень большом отрыве от реальности происходит. А здесь это позволяет тебе вот решать задачу, видеть реакцию людей, находить контакт. И главное — видеть результат вот здесь и сейчас, какое-то изменение, которое происходит благодаря вот такой социокультурной инициативе. Нужен для того, чтобы вместе с людьми, кто туда приходит, и местными жителями, и туристами, мы думали о том, какое будущее у этой фабрики и у района, который вокруг.